Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого, непоколебимого духа. Меня спрашивает Павел, вопрос номер 9. Мое отношение к определенным запретам на бои детей, не достигших разрешенного возраста. У меня всегда занималось много детей, занимается и, думаю, будет заниматься. Я полностью согласен с теми, кто старается сберечь здоровье детей. Я сам начал заниматься очень рано, прошел все эти стадии подготовки. И 2-3 тренировки в день у меня было, когда я был маленький. И на своем примере, и на примере своих учеников и учениц, за это время, тренирую я уже 40 лет, и огромное количество детей через меня прошло, скажу вам простым языком. Нужно постараться исключить проблемные тренировки для детей и возрастные выступления. Когда ставят мальчика 6-летнего на поединке, то к 12 годам он выжат как лимон, и спорт для него уже не будет существовать. Поэтому мое четкое убеждение, в большинстве случаев, конечно, все нужно делать вовремя. На протяжении всей нашей жизни мы будем стремиться реализовать истинное предназначение пути Кёкусин.